Женщина за рулем, водитель троллейбуса из Екатеринбурга, стала лучшей в стране. Она попала в пятерку лучших на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Девушка управляет электротранспортом всего 2 года, но в соревновании ей удалось победить более опытных водителей. Для меня это в первую очередь небольшая, но победа. Гордость есть, что я с таким маленьким стажем. Опыта у меня не так уж много по сравнению с другими водителями. Смогла все-таки занять почетное место 5-е. Готовиться к участию в конкурсе профессионального мастерства Елене помогала вся команда родного троллейбусного депо. Целый месяц девушка посвятила развитию навыков маневрирования на многотонной машине и, конечно, повторяла теоретические знания. Многие конкурсные этапы моделировали наиболее сложные, а порой и просто экстремальные дорожные условия. Елена признается, занять почетное 5-е место без поддержки коллег она бы не смогла. Стать водителем троллейбуса девушка мечтала с самого детства.